Всем привет! С вами тестовая лаборатория Олди. Сегодня мы хотим представить вашему вниманию часы Cuckoo Watch второго поколения, которые способны соединяться с мобильным устройством по Bluetooth и отображать всевозможные уведомления. Искать различия между вторым и первым поколением мы не будем, а рассмотрим Cuckoo Watch 2 как самодостаточный девайс. Поставляются эти смарт-часы в симпатичной пластиковой упаковке, которая внешне похожа не то на скворечник, не то на кормушку для птиц. Внутри нее сами часы и толстый буклет с руководством пользователя на 14 языках, в том числе и на русском. Дополнительные аксессуары отсутствуют. Да они и не нужны. Как уже было сказано, часы коннектятся к мобильному устройству по Bluetooth. И подзарядка им не требуется, так как работают они от двух установленных в их пластиково-металлический корпус батареек. Одна из них питает сам часовой механизм, а вторая – электронную начинку. Энергия расходуется часами очень экономно, и менять батарейки придется раз в пару лет. Внешне Cuckoo Watch 2 выглядит как спортивные мужские часы, хотя и на женской руке смотрится весьма неплохо. Ремешок из прорезиненного материала мягко и надежно обхватывает запястье. Застежка металлическая, как и черный ободок вокруг циферблата. Кстати, существует модель с серебристым ободком при черном цвете корпуса и ремешка, а также модель для девочек с серебристым ободком и белой окраской ремешком и корпусом. Сам корпус пластиковый, по его бокам разнесены пластиковые же кнопки для управления электронной составляющей девайса. На правом боку также расположено колесико с нанесенным логотипом для установки стрелок. Нижняя часть корпуса часов металлическая с герметично закручивающейся крышечкой отсека, где одна на другой расположены две батарейки и кнопка полного сброса настроек часов. Примечательно, что часы полностью герметичны, выдерживают давление до 10 атмосфер и с ними можно погружаться на глубину до 100 метров. Циферблат прикрыт минеральным износостойким стеклом, которое практически невозможно поцарапать. Стрелки яркие и легко различаются даже в потемках, так что с определением, которое сейчас час, проблем возникать не должно. Тем более, что в верхней части циферблата находится миниатюрный экранчик, на котором в режиме ожидания отображаются время и дата, а при входящем вызове будет отображаться имя звонящего из телефонной книги. Увы, поддерживаются только латинские символы и цифры. Но перво-наперво нужно установить мобильное приложение Connected Watch из App Store или Play Market и соединить часы с мобильным телефоном или планшетом по Bluetooth. К сожалению, список поддерживаемых приложением Connected Watch мобильных устройств не так велик, как хотелось бы, но производитель работает над его расширением. Поддерживаемые операционные системы включают в себя iOS 7, iOS 8 и Android версии 4.3 и выше. Для сопряжения мобильного устройства со смарт-часами зажимаем на них две верхние кнопки. По кругу циферблата начинают мигать значки, которые в дальнейшем будут видны для отображения разных типов уведомлений. Находим Cuckoo Watch в списке доступных Bluetooth-устройств. Соединяемся. И запускаем фирменное приложение. Обратим внимание на его настройки. Тут можно выбрать, какой тип уведомлений будет выводиться на часы. Оповещение о новых сообщениях в соцсетях или мессенджерах, о новых письмах электронной почты и другие. В зависимости от настроек самих часов, они будут либо просто отображаться на них, либо будут иметь звуковое или вибросопровождение. Также в настройках можно включить функцию поиска телефона. При нажатии на кнопку на часах планшет или смартфон начинает подавать сигнал. В приложении присутствует интересная функция дистанционного спуска затвора фотокамеры мобильного девайса по нажатию на кнопку на часах. Еще имеется функция будильника, которая заставит часы пищать и вибрировать выбранное пользователем время, и возможность собирать статистику о физической активности пользователя. Вот, в принципе, и все. Из плюсов Cuckoo Watch 2 можно выделить водонепроницаемость, износостойкость, приятный внешний вид и отсутствие необходимости их заряжать. Также приятным бонусом будут описанные ранее функции дистанционного управления и поиска телефона, вывод разнообразных уведомлений и имени звонящего на электронную подложку циферблата. А вот насколько это нужно, пусть каждый решает сам. До свидания!